Итак, мы начинаем. Вторая часть диктанта называется «Фильм Кама». Обратите внимание на то, что точка в конце заголовка не ставится, так как заголовок – это лишь название, а не самостоятельное предложение, выражающее законченную мысль. «Когда с левого берега Камы, на котором лежит моя родная Пермь, смотришь на правый с его синеющими до горизонта лесами». Это все одно предложение я читаю. «Чувствуешь зыбкость границы между цивилизацией и первозданной лесной стихией». Конец предложения. Их разделяет только полоса воды, и она же их объединяет. Новое предложение. Если готовы, я прочту весь абзац целиком. Итак, когда с левого берега Камы, на котором лежит моя родная Пермь, смотришь на правый с его синеющими до горизонта лесами, чувствуешь зыбкость границы между цивилизацией и первозданной лесной стихией. Их разделяет только полоса воды, и она же их объединяет. Конец абзаца, который мы с вами записали.